Прошла жеребьевка Кубка России по футболу, по итогам которой в 1/16 турнира у «Сокола» соперником будет Краснодар. О прогнозах на игру саратовцев, а также о других спортивных событиях региона расскажет Александр Филин. Спасибо, коллега. Матч пройдет 24 сентября в Саратове. На этой стадии соревнований команды премьер-лиги традиционно играют в гостях. Соперник у саратовцев достаточно сильный. В розыгрыше Кубка России 2013-2014 краснодарцы дошли до финала, где в серии пенальти уступили Ростову. А несколько дней назад футболисты Краснодара выбили из Лиги Европы испанский Реал Сосьедад. Если «Соколу» удастся победить краснодарский клуб, то в 1/8 финала им предстоит игра с победителем пары «Крылья Советов» «Урал». В Эдмонтоне, Канада, завершился молодежный чемпионат мира по триатлону среди спортсменов не старше 23 лет. В нем приняла участие саратовская спортсменка Анастасия Горбунова. Она заняла 6-е место в смешанной эстафете в составе команды России. Победителями стали триатлонисты из Великобритании. 2-е место у представителей Австралии, 3-е у канадцев. Наша команда отстала от победителей на 2 минуты 29 секунд. Анастасия Горбунова также принимала участие в индивидуальных соревнованиях девушек и заняла 13-е место. Василий Ажиредов одержал победу среди юниоров до 18 лет на 12-м чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон». Соревнования проходили в Польше, в Познани. Василий в составе сборной России победил на дистанциях 200, 500 и 2000 метров микст мужчины плюс женщины. Десятиместное каноэ. Бронзу завоевал на дистанциях 200 метров, 500 метров и 2000 оупен. Мужчина или женщина, десятиместное каноэ. В медальном зачете команда Российской Федерации заняла 1-е место, завоевав 16 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали. 2-е место у Венгрии, 3-е у Украины. На сегодня это все о спортивных событиях. Какие медали принесут в копилку региона саратовские спортсмены, я расскажу вам в следующем выпуске программы. Александр. Спасибо, Александр.